Следователи собрали доказательства по одному эпизоду, но подозревают, что нарушал закон Тышта не единожды. Впрочем, как показывают последние события, уверенность следствия в доказанности вины подозреваемого не гарантия обвинительного приговора. Этого же гинеколога Александра Тышту чуть больше месяца назад суд оправдал по обвинению в более тяжком преступлении. Напомним, Тыште инкриминировалось убийство новорожденного. По версии следствия, гинеколог сначала утопил младенца, а потом сжег тело. Причем об этом сам врач рассказывал по телефону своей коллеге. Запись беседы была представлена в числе других доказательств. Но судья оправдал гинеколога. Прокуратура это решение обжаловала. Ориентировочно в октябре судьбу Александра Тышты будет решать Верховный суд России.